Инструкция по эксплуатации дизельного генератора Ingersoll Rand G110 с механическим управлением и с механическими приборами. Для начала эксплуатации нужно перевести переключатель массы в положение вклад. Далее поворотом ключа вы запускаете, доворачиваете ключ и запускаете установку. Для того, чтобы остановить установку, то есть непосредственно двигатель, вы зажимаете кнопку стоп, и он останавливается. Здесь также присутствует аварийная кнопка остановки в случае каких-то неполадок. Подключение происходит через вот эту клеммную колодку, соответственно, три фазы, 0 и земля. Также есть сокеты, то есть можно непосредственно через розетки подключить. Последовательность запуска следующая. Вы запускаете установку, ждете порядка минуты, чтобы она вышла на свои рабочие характеристики, и затем с накинутыми кабелями, вот здесь стоит главный автомат, вы включаете автомат. Соответственно, обратная последовательность точно такая же. На работающей установке вы сначала выключаете автомат, проходит 30-40 секунд, он остывает, и потом вы этой же кнопкой глушите саму установку. Для того, чтобы аккумулятор на станции не разряжался при долгом отсутствии работы, переведите переключатель массы в положение выкл.